Кто был директором? Отец Колчака. Алмаз? Анты. Колчак. Знаете, да? Да, конечно. Руководитель Белого движения, верховный главнокомандующий, да. Ну, в общем, так, прослеживая историю России, если люди с большим военным чином были флотского звания, у них не очень получалось в своей работе. Так и Колчак был расстрелян и утоплен. В армии Кутузова был бывший флотский офицер. Во время войны с Наполеоном он не выполнил одну существенную задачу, поставленную Кутузову. А именно, отступающая армия Наполеона должна была форсировать реку. А моста не было. Было Кутузовым был послан этот корпус. Сначала они, значит, французы строили мост и переплавляли. Река известная, Березина. И вот солдаты французские, которые совершили героический подвиг, построили мост под обстрелом в сырую холодную погоду, а посланный корпус этого адмирала Чичагова не сумел запереть их. И хотя с Наполеоном ушло всего 30 тысяч солдат, остальные погибли во время отступления и у Березины. Но главная задача не была выполнена. Ну вот, а второй флотский офицер, этот Колчак, он известен как ученый полярный и так далее. Ну, взялся, стал верховным главнокомандующим Белой армии. Это порекомендовали сделать ему таким Врангель, Деникин, еще белые генералы, думая, что он приведет Белую армию к победе. Но не получилось. Владимир Владимирович, а вот ваше техническое образование, откуда вы так хорошо знаете историю? Ну, как-то еще с детских лет мне история, особенно история военная, мне очень понравилась. Я просто много читал. То, что мне нравилось, я запоминал. Но было очень интересно, потому что вот эта военная история, конечно, я знаю только связанную с Россией. Очень интересная тема.